Друзья, те из вас, кто привык к модной жизни, хорошо поймут Олесю. Как и называется, ты это не прочтешь. Баленсияга. Вот это Баленсияга. Давай на ногу. Сейчас наденем на ногу. Они тяжелые, друзья, они тяжелые. То есть так, просто так ты в них не погуляешь. Это, знаете, чтобы, допустим, не похитил никто красавицу. Ой, знаете, вообще, она... весы такие, да? Вес, да. Короче, в них даже стоять будет. А почем, если вот пойти и купить новые, почем будут стоить? Ну, новые будут стоить где-то 1,5-2, наверное, или, ну... Тысячи. Что-то там от 1000 до 2, я точно не помню. Долларов. Долларов. Рублей. Да, я купила на скидке, они где-то с налогами около 1000. Вот эти? Да. А с зачем купила? Зачем купила? Да. Мне очень понравился желтый цвет. Это могла бы сама покрасить, если что. Не могу. Девчонки бы помогли, правда? Помогли бы? Конечно. Вот. Такие. Слушай, а ты вниз же споткнуться можно, знаешь? А вы знаете, что еще проблема в таких кроссовках? Да. Педаль. А, в велосипеде. И получается, ты нажимаешь сразу на две педали. Не, в машине. Ну это не для велосипеда. А, в машине. В машине. Это знаешь что? Это не то, чтобы водить машину, это чтобы тебя возили на руках носили. Да, вот так. Это как туфли на высоком уровне. Да, друзья, видите как, чего только люди не учинят. Да. Ну, хорошо. Это вот. чтобы попа казалась Давайте. Меньше, надо большие ботиночки. Вы традиционная такая, да? Вы в таких кроссовках не ходите. В кроссовках нет. Да. Ну, скажите что-нибудь нашим зрителям. Как вы там тестируете? Я даже растерялась. А что вам не потестировать? Не знаю, но тестируем, работаем. Ну, что, деньги платят. Деньги платят, да, деньги тратим. Уже год тестировал. Увольнений нет у вас там? А у нас были в последние где-то в мае или в апреле. Так, много народу уволили? А, нет, четверых или пятерых, но уволили менеджеров, тимлидов. Ну, то есть, которые ничего не делают. Которым слишком много платили. Да, понял. Ну что же, хорошо. То есть, хорошо, что много не платили. А то, знаете, тоже бы могли. Тоже. Да, ладно. Пошли смотреть, что у нас там. Так. Постриглись, что ли? Да, меня Олеся вчера постригла. Так, смотрим, как стрижет. Олеся покрутила. Отлично она стрижет. Она просто прекрасно стрижет. Лучше не бывает. Ну, друзья, когда есть что постричь. Да. Так. Видите, у них сегодня пицца тайм. Да, это был концерт. Ну, и надо сказать, что еще не всю пиццу даже съели. Кое-что осталось. Но я пиццу не ем, потому что я на диете. Я исхудал. Я не тот, меня уж мало. И никто не целовала. Ну и не надо. Так. Давай мы эту заберем отсюда, другую коробочку. А, видите, хозяйка хозяйствует. Видите, они тут стоят. Весьма. А что мне? Здравствуйте, Михаил. Друзья, Ольга. Какие ласточки. Федорчук, помните, общались? Так, давайте я отойду, так вы покрутитесь. Мы лично еще с вами не познакомились. Ну вы покрутитесь, я для зрителей стараюсь. Так. Ну давайте лично, давайте. Друзья, вот мы лично с Ольгой. А у меня такой костюмчик, хороший такой костюмчик. Да, прикольный. Прикольный. И сама тоже такая. А вам от Ольги Хвостович привет. Да вы что? Да, вы помните, мы с вами общались. Да, да, от Ольги Хвостович помню. А вы в какой с ней связи находитесь? Подружка она моя. Она где сейчас? Она вот сейчас. То есть она не уехала в другой штат какой-то? Она тут локальная? Она тут, да. Она маунтинью, я сейчас, кстати, к ней. А что же она не зайдет, мы с ней так видео снимем? Так я ее в следующий раз приведу. Давайте, договорились. Я тоже стилист, парикмахер. Ну нет, в Украине, да. А вы что, это на велосипеде приехали? Или? Нет, мы на Тесле. А то... Нет, а просто, я думаю, такой вид, как она на мотоцикле, такая спортивная. Да, спортивная. На учебе там. Ну так вы пиццу как пиццу. Хорошо, ладно. Так. Друзья, там тоже вот кроссовки, да? Негодяи забрались. Тоже хорошие, смотри. В машине разбили окно. Эти почем? 200 баксов дизель.
Дизель. Система дизель. Так. Знаете, как это почувствовать? Хочешь почувствовать себя счастливым? Да. Сделай себе какую-то сложность, да, создай. А потом... Продай, вот кожу. Я их сняла, кроссовки, да. Чувствую себя намного счастливее. Одела хорошую, легкую. А штуку баксов уже не вернут. Ну, чтобы все проблемы стоили так мало. А где ты взял? С интернета списал? Знаешь, или... с интернета. Не то, чтобы тут есть магазин прямо. Не, есть. Есть, я думаю, они уже боятся, что люди придут и что-то скажут им потом. Нет, я счастлива, даже если они будут просто ставить меня на полочке. Все. Это хорошо.